ломбаксов? Возможно, но Рэтчет еще не решил. Может, он боится, Погоди, что... Погоди, боится? Чего боится? Это трудно объяснить. Если что, тогда я вместо него. Почему раскрут оказался в плавильне? Думаю, это связано с тем, что всю партию отозвали из продажи. Вроде из-за сломанных позвоночников. Ой-ой. Ловко! Вон разлом! Неплохо ведь, а? Очень впечатляет. А ну-ка, с дороги! Было неприятно. Сейчас прыгнем! Ой-ой. Мне кажется, ездить по этим рельсам крайне опасно. Ты, главное, держись! Они ведут прямо к плавильням! Боюсь, как бы не угодить непосредственно в них. Сейчас прыгнем! Ой-ой! Мне кажется, ездить по этим рельсам крайне опасно. Ты, главное, держись! Они ведут прямо к плавильням! Боюсь, как бы не угодить непосредственно в них. Сейчас прыгнем! Ой-ой! Мне кажется, ездить по этим рельсам крайне опасно. Ты, главное, держись! Они ведут прямо к плавильням! Боюсь, как бы не угодить непосредственно в них. Будем буянить, чинила, уже не боюсь. Смотрите, ребята, экая штука весьма пригодится для всяких трюков. Это судьба, что сводит нас вновь. Маппетит, ребят. Ей нравится, когда тебе надирают зад, Пьер. Эй, друзья-пираты, в атаку! О, беда. Пираты явились за лом.